друзья, готовить готовили, песни пели, а теперь я решила поменять свечи в машине у друзей. Вы умеете? Я тоже нет. Ну, попробуем. Первое, что мы должны сделать, это, конечно же, надеть перчатки. Я справилась. Теперь я должна открыть. Подождите. Как-то я должна что-то здесь открыть. Вот. Так. Стендап. Найди палочку. Рычалочку. Так. Ну, с этим я, допустим, тоже справилась. Фу. Ну, где свечи или пимпочки? Мы их должны открутить против часовой стрелочки. Так, еще один. Еще немного. Еще чуть-чуть. Последний бой. Он трудный самый. А я в деревню домой хочу. Я так давно не видела маму. Так, еще один. Ребята, мы должны увидеть что? Мы должны увидеть свечи. Так, эц. Оба-на. Четыре свечи. Раз, два, три, четыре. Сейчас мы их заменим. Что делаем дальше? Мы видим еще четыре пимпочки. А здесь, кстати, написано, что это десяточка, понятно? Откручиваем их тоже. Против часовой стрелки, девочки, кто не знает. Вдруг вам пригодится в жизни этот навык? Я вот тоже думала, что он мне не пригодится. Ну как не помочь подруге? Хочешь помочь некому. У меня вся надежда. Так, давай листочек отсюда уберем. И шапочку поправим немножечко. Съехала. В стороне. Так, ну короче, если что. У меня по совместительству есть что? Поварские. Поварские навыки. И сейчас я еще автослесарню вообще открою. Буду менять свечи с песней. Так, еще один. Нет, еще третий. Ой. Вообще просто. Вы знаете, если бы только не приходилось работать зимой на улице, вообще, мне кажется, тишина. Делаешь себе шурупчики, крутишь, свечки меняешь, колесики там, все. Никто к тебе не лезет в душу. Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам. Так, теперь мы здесь имеем, вот смотрите, видите, такая еще одна жопка, и она так оп, ногтиком, оп, второй не колупается ногтиком, вот, еще одна, оп, нет, не отколупнула, эх, ты ж собака, так и ногтики, а нет, я уже отколупнула, и все нормально, вот это еще, так, ну на маникюр ты мне будешь, если что, должна, знаешь, отколупывать тут, так, и надо достать, они все сразу достаются. Как-то так мобильненько. Оба-на. Оба-на. Все. Так вот мы их рядышком кладем. Как в ювелирном прям салоне. Видите? Все просто. Четыре катушечки. Катушечки. Такие прекрасные катушечки. Ну, это ж как песню спеть. Так, поехали, меняем. Смотрите, вот в этой дырдочке, вот в этой дырдочке находится сама свеча. Нам надо подобрать ключ, чтобы ее оттуда, так скажем, изъять. Так. Что у нас тут? Начнем с большенького. У нас 17-й. Не туда вставляем, конечно. А, как же? Так, нет, подожди. Как вставить тогда? А, сильненько надо. Вот. Так. Пробуем. Нет, что-то провалилось в днище. Достать ее отсюда. Вот. Так, пробуем еще одну. 16-ю. Так. Ну-ка, си. Мне вот эти вот мешают писюльки какие-то. В сторонку. И чё? И чё? Чё-то ничего не происходит, товарищ. Что у меня там не получилось? Сейчас мы проверим вообще. 16-е это под эту. А! Мы никак не проверим. У нас просто вот эта вот... как ее назвать-то? Эта штучка! Она короткая, видите, не достает. Сейчас будем искать такую длинную на 16-й размер. Так, смотрите, нашли 16-ю. На длинную вот такую штучку. Ну-ка. Проверяем, девочки. Все работает. Так. Поехали. Ну-ка мне посветите, мои помощники. О! Все, огонь. Пошел процесс. И что? И как ее достать отсюда? Надо еще покрутить немножечко. Мне кажется.
есть рыбка. Оба-на. Вот она и свеча. И если свеча застряла, мы берем какую-то такую палочку железную. И вот так вот. Опа-на-на-на-на. Нет, еще не вышло, еще надо. Опа! Получилось. Так, последняя. Оба-на. Вышла. Так. И что? Та же история? Вы издеваетесь? Почему ты сразу не достаешься? Зараза! Нет, ну почему все не может быть просто? Ведь все же должно быть просто. Ай! О! Получилось? Вот она еще одна, четвертая. Так, ну что, друзья, мы почти справились. Теперь нам надо что сделать? Логически подумать. Ставить на пустые дырочки такие же свечечки, но свеженькие, новенькие, как я лет 20 назад. Погнали? Так, теперь новая свечка. Колпачок надо снять. Вот, видите? И вот она, вот эта штучечка должна попасть туда, в двигатель, в прогреватель, в нагреватель. А вот это мы будем также активно крутить. Возьмем пинцетик. Вот так вот. Пинцетик, конечно, как жизнь моя. Такая же гладкая. Ладно, вот так вот, давайте. Свету мне, свету. Погружаем. Погружаем. И пытаемся попасть в свечу и ее закрутить. Так. Вот так вот. Все, не упирается. Отлично. Посветите ко мне сюда. Стоит родимая. Дай вторую. Так. Ой, Наташка Викторовна. Кто бы знал. Что в жизни придется занять? Вообще, Атас. Снимаем. Вставляем. Аккуратненько. Погнали, следующее. Добрый путь, добрый путь. Свалилось все. Сейчас, аккуратненько. Молодец, Наташка, учись. Все в жизни пригодится. Так, пошел процесс. Огонь! Стоит, родимая, треть. Сопли уже все жиже. Соленые. Получается, не слезы, а сопли. На ус намотал, если в жарком бою. Ты еще не крутил. Значит, нужных ты книг не прочел. Так, ну что, последняя, погнали. Ай-яй-яй. Вывалилось, надо по чуть-чуть поплотнее вставить. Супер. Ну, главное, что она вошла практически, я бы сказала, в очко, в десяточку. Так, да, аккуратненько, аккуратненько. Ну что, теперь нам надо вставить вот это обратно, колбаску вот эту. По малой, с паской. Так, поехали. Первое. Раз. Экономите. Два. Правильно вставили? Правильно. Три, четыре. Так, прижимаем это дело. Так, где наши шурупчики? Подождите. Надо эти пимпочки обратно защелкнуть. Так. И крутим. Сейчас сначала насадим. Ой, какая я все-таки умничка. А, этот откуда был? Какой-то лишний один. Это штук три в другой. А, точно. Пробуем завести, прежде чем закроем эту коробочку. Логично, логично. Смотри. Аллилуйя! Валенки, да валенки! Где они пошли? Я молодец! Гаси, крутим. Так, взяли десяточку. Маленькая такая десяточка. И ее вот так вот аккуратненько. Оба. Закручиваем. И крышечку на место. Ведь все так просто. Какая экономия друзьям. Бесплатная рабочая сила. Так, насадить. И вот так вот быстренько. Чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чирик. Ой, хорошо. Хоть какое-то развлечение, а то правда, то ем, то пою. Оказывается, я вот еще булочки крутить умею. О, супер. Почти готово. Женька, с ветерком поедешь. Ну, надо работу доехать. Ну, не знаю, конечно. Если что, приеду выручать. В 6 утра. Не, ну в 6 я не готова. Хочешь привести меня подождать, пока я высплюсь.
Все, товарищи, господи, посмотрите, мне не вижу ничего. Так, достали на место и вот так вот. Все, товарищи, как у старого петуха. Я пошла, пока.